А в этом разделе рубрики речь пойдет об алгоритмах действий по реализации и защите гражданских и трудовых прав севастопольцев. Телезрительница Ирина спрашивает. В январе на предприятии был утвержден график отпусков. У меня отпуск в следующем месяце. Однако руководство просит повременить. Может ли работник уйти в отпуск по графику? График является внутренним обязательным документом предприятия, тем более если работник подписался под этим. Поэтому я думаю, что работнику Ирине необходимо настаивать на том, чтобы отпуск был именно по графику. Кроме того, обращаю внимание о том, что в соответствии с действующим законодательством отпуск у нас назначен у многих, большинства людей, 28 дней. Он может разбить на две части, одна из которых должна быть не меньше 14 дней. Если вы спросите, что это регламентирует письмо Роструда 2009 года. Ваши вопросы можно задать по телефону 8 8692 88 51 03.